Привет, друзья! Привет! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться во вторую готику. В этом видосе я расскажу, как выполнить квест «Испытание Рагнара». Этот квест можно выполнить только в 4 главе, и после завершения квеста помощник для Неораса. 130 видос, ссылка появится сверху. Иду в монастырь к Рагнару и спрашиваю у него. Что нового? Недавно началось испытание огня. Для меня и еще нескольких послушников. По-моему, тебе это пришлось не слишком по душе. У меня не было выбора. Мастер Неорос лично предложил мою кандидатуру Пирокару. И теперь я ума не приложу, как мне со всем этим справиться. Если я провалю это испытание, то наверняка сильно подведу мастера Неороса. И тогда мне вновь придется вкалывать с мотыгой в руках на виноградниках. А как ты понимаешь, это занятие не из приятных. Какое задание дали тебе маги? Сделать руну огненной стрелы. Но я даже не знаю, с чего мне стоит начать. Мне кажется, что для начала тебе понадобится рунный камень. Даже ты это знаешь. Вот и скажи, какой из бывшего рудокопа-каторжника маг огня? Тут уж ничего не поделаешь, приятель. Придется тебе хотя бы попробовать. Знаешь, а у меня тут появилась одна идея. Раз ты лучше меня разбираешься во всем этом, может, достанешь для меня эту руну? Что? С чего ты это вдруг взял? Ну, ты же меня знаешь, я в долгу не останусь. Тут, в подвале монастыря, есть много всяких ценных штуковин. И я бы мог поделиться с тобой всем этим добром. Так скажем, услуга за услугу. Как тебе такое предложение? Хорошо, по рукам. Только это должна быть действительно очень ценная штуковина. Я тебя понял, приятель. Не волнуйся за это. Есть три варианта, где можно достать руну огненной стрелы. Первый вариант – это если вы маг огня, то руну можно сделать самому. Второй вариант – украсть руну у Парлана. После взятия квеста такое действие будет доступно. Раньше, в более ранних версиях второй готики, руна была у Дарона, мага огня, тусившего в Хариносе. Ну и третий вариант – взять руну в запертом на ключ сундуке на ферме Секоба. Как получить ключ от сундука Уксардоса, я рассказывал в прошлом 263 видосе, ссылка появится сверху. Иду к Ренгару, отношу руну. В награду получаю книгу «Призрачное пламя». Эй, ты! Вот твоя руна. Я так и знал, что у тебя все получится. Теперь мне больше нечего опасаться за свою судьбу. А где моя награда? Конечно, я не забыл о нашем договоре. Вот, возьми эту старую книгу. Книга? А поинтереснее ничего не было? Не спеши. Я думаю, что она представляет огромную ценность для магов. Ведь я ее забрал из закрытой секции библиотеки монастыря. Правда, пришлось немало потрудиться, чтобы отвлечь внимание Таламона. Но мне это все-таки удалось. И пока он был занят чем-то другим, я стащил эту книгу с одной из книжных полок. Ладно, потом посмотрю, что за книга. А сейчас мне пора. Удачи, приятель. А я тогда пойду к Пирокару и покажу ему свою поделку. Порадую старика. Ха-ха. При прочтении этой книги активируется квест «Тайны старой книги». Этот квест интересный, но в какой главе я его буду выполнять, не знаю. Посмотрю по сложности. Так в этот мир пришли Иннес, бог света. Значит, и огня. Ты теперь маг Аданес. Огня. Я и сам не могу в это поверить. Всего каких-то пару недель назад я умирал с голоду в лесу, а теперь я один из самых уважаемых людей монастыря. Бывает же такое? Надеюсь, что теперь моя помощь тебе больше не нужна? Пока нет. А там, кто знает? Даже не думай. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.